Так, всем привет, друзья. Tiggo 7 Pro. Сброс межсервисного интервала после ТО аналогичен Tiggo 4 автомобилю. То есть также заходим в меню. Здесь выбираем поездка. Здесь мы видим пробег между ТО. Также, если удерживать кнопку открытие меню на приборной панели 5 секунд. Также межсервисный интервал, как на Tiggo 4, он сбрасывается. То есть переходите в меню, перещелкиваете на поездку, нажимаем поездку, будет у вас пробег. Ну, то есть поездка. Здесь же можно в этом же меню отключить ESP. Увидите расход. И, соответственно, удерживая эту же кнопку, можем сбросить межсервисный пробег. Сбросить межсервисный пробег. Также мы можем, удерживая эту кнопку, вот эту кнопку, включить и выключить ESP. Все, ребята. Я надеюсь, ответил на ваш вопрос по поводу, как сбросить межсервисный интервал на Tiggo 7 Pro. Всем добра, до новых встреч.